давайте тогда дальше будем давайте посмотрим, как реально модель магнита применяется. Вот посмотрим. Это называемые гравитальные магниты. То, чем нам не придется заниматься, вот это рассмотрение, например, будем представлять, это 91 год, работа Аарони. Если выделить кристальный микроволос, скажем, Z, то при движении вдоль оси Z у нас магнитные моменты спина начинают раскручиваться. Причем такое течение в плоскости базовой пиксели. Собственно, вот это создаемое приходит к образованию геогравитальной магнитной структуры. То есть благодаря нулевому параметру D возникает модуляция воли характера. Так, только здесь помещение в фиксике. Так, здесь и здесь. Так, тут есть неврежный вопрос. SXC, SXQ, SXQ, SXQ.
И поэтому этой разницы можно придать вид векторного произведения. Если вспомнить, значит, у нас тут. Вот. То очевидно здесь будет Z-компонента не нулевая, она как раз будет иметь обозначенный вид. Поэтому можно это записать как S. Видно, что оптимальное значение, в зависимости от знака D, достигается в векторном произведении, когда перпендикулярные векторы направлены. А обменное взаимодействие, оно обеспечивает минимум энергии при параллельном увеличении. Поэтому идет конкуренция обменного взаимодействия и вот этого обменного взаимодействия. И в результате конкуренции, чтобы обеспечить компромисс, формируется вот такая заточная спираль. Шаг. Это легко сделать, там просто минимизируем по плану. Волновой вектор спирали является заточным. Вот, собственно, такая постановка задачи. Ну, и задача у нас будет вычислить, определить критическое поведение возникло. Рассчитать критические индексы термодинамических величин вблизи точки фазового перехода. То есть система, если будет упорядочение, она если ее нагревать, мы переведем из упорядочения в парамагнитную фазу, и вот надо определить, какими критическими индексами будет обладать эта система в парамагнитной фазе вблизи точки фазового перехода. Значит, работать с дискретными индексами, с дискретными спинами неудобно, и наши группы, как правило, этого не делают, но в континуальных теориях. Поэтому переходят к континуальной версии по гравитации. Значит, с обменом тут для электродинамики, когда рассматривалась электродинамика материальных сред, там в конце нужно было затрагивать, как переходить, надо по градиенту разложить, так. В результате обменная взаимодействие будет представлена. Это не дивергенция, а дивергенцию на точке будем обозначать. А вот эту форму следует понимать так. Это однойонная, анизотерпия при переходе к континуальной версии единицы сохраняет.
Тут сохранятся линейные поведения поставляемые полчаса. Видите, я думаю, что
Вот этот интеграл берется широко, на где-то, значит, первое. Когда совпадают, значит, это восточность будет. Так. Ну, тогда что имеем? Ее пополам. Вот этот объем соединится с этим. Так. Сумма останется одна, мы не знаем, что как мы сделаем. Так. Вот в этом выражении К1 и К2 не видят с точностью до знака, поэтому заменяем минус К2 на К1, получается. Сейчас также запишу. Место освободить. Сейчас с одноимными закрепи. Остается еще взаимодействие с волшебством. Вот давайте оно требует такого более детального рассмотрения. Вместо SX. Thank you.
20 миллионов это процентов. Так, 20. Славяем суммирование не по всем векторам, это давайте сделаем смену шага. Поскольку здесь знак суммы, результат не меняется.
Теперь давайте мы взглянем на грудня, но видим, что здесь можно отдельно выделить безразрывные секции и взаимодействие поперечных компонентов. Поэтому можно передать этому грудняну маточную форму. Отдельно выделим Z взаимодействие. Значит, отсюда пойдет. И теперь запишем грудняну, отвечающую взаимодействию поперечных компонентов. Значит, от резонансного обмена, где мы написали. У вас что-то должно быть? Да. Ну как, подойдете и позвольте нам освободиться? Да. То есть, ну что ж. А что вы первым занят? Давайте отвечаем еще раз. Так. Вот это слагаем дальше. Минус. Чтобы синтезировать компоненты x и, значит, одна сумма минус и две суммы. А во второй сумме сделаем замену на k минус k, как делаем, то есть это плюс, вот и плюс и. Ну, вот эта форма уже диагональна, да, то есть ничего не имеет, надо. А здесь, видите, перекрестная слагаемая возникает. То есть, вот это мы... Там 512, как это сумма. Допишу я ее, у нас будет. А, хорошо, извините. Да нет, ничего нет, просто. Не понимаю. Да. Давайте представим это в виде такого. Сумма. Произведение. Просто скатываем.
На диагонали будет стоять ее по кругам. Thank you.
И вот после сведения для канала Z-Z компонент. Ну, явно как-то сам запишешь.
растем, мы чуть-чуть тут преобразованием элементарно займемся. Мы выделим вот в этом выражении полный квадрат. Значит, это плюс у нас. Ведем определение. Это как раз и есть вектор несоизмеримой структуры, то есть вектор, соответствующий модуляции модуля СЗ. Вектор спирали. Дальше уже этот закон дисперсии здесь используем. Так, мы сказали, плюс пишем. Thank you.
Сейчас мы так сделаем. Сделаем одинаково вот этот коэффициент, здесь и здесь. Осуществим сдвиг по волновому вектору. Соответственно, в этой сумме мы сделаем сдвиг К. А в этой сумме Спасибо.
Вот чтобы учесть явно температурные эффекты, которые здесь возникают, температурные изменения обмена взаимодействия, делают формальный прием. Заменяют P в квадрат. Ну, для разницы некой функции. Это для полиморфитных фаз. Когда мы находимся выше температуры, то это еще одно из этих частот. Так. Ну вот то, что у нас получается, значит, будет выглядеть так. Значит, разведку записывать. Одна вторая сумма вот там. Почему же если функция туда было? Почему-то? Это жесткость называется. Коэффициент жесткости. Он учитывает изменение температурное модуля порядка. То есть если вот там функционал диска Баландау записывает, там обязательно представляем вот такого присутствия. Вот. А то, что вот это вот как квадратик соответствует. Если работать при движении постоянного модуля, то это константно даст при движении, скажем, по объему. Можно рассматривать только неодноленное взаимодействие. А если учитывать температурные изменения модуля, так они всегда присутствуют в виде критического риска, то надо сохранять это достопаемое, и по сути это мы как бы записываем гамильтониану вообще такую вкладку. То есть это от однородного обмена идет. Коэффициенты применены, ну, вот, чтобы обозначить вот эти возникающие константы. Я запишу. Так, я вкусно уже. Слагаемость.
ситуация реализуется как вечный момент. Если нет больше, то это больше не будет сматываться. Когда нет больше момента, вы получаете даже явный потенциал. То есть здесь гармонитная база, нет порядка. А это первая база. У вас система на магниченности плюса или минуса находится. Вот. Так вот, как бы считается, что при переходе через критическую точку вот этот ром меняется маг. Ну а поскольку мы находимся со стороны гармоники класса, то есть вы добавляете просто ники в зависящие температуры постоянно больше. А у считается неизменным, то есть, который раньше был. Это вот для гармоники это понадобится именно учитывая температурные изменения природы, то есть изменения профиля потенциала, ну, наклонные вещи. Как бы с приближением температуры у вас критической плотности, у вас все поле потоком становится, да, а в конце он просто разваливается на профиле потенциала. Так, ну что, перечи делаем, да? Так, ну, в общем, сейчас у нас все готово для того, чтобы, собственно, начать ремонт. Вот эти вычисления, то есть получение вот этой формы, это сведение гамильтониана к диагональному виду карпо-сенастрика. Да? То есть, по сути, мы показали, что у нас в системе существует три типа частиц. Это магноны, скажем, с левой закруткой, да? Вот. Магноны с правой закруткой и магноны, соответствующие отклонению от роли сизера, отклонению спинки от роли сизера. Это вот всегда такой первый предварительный этап, который при любом рассмотрении веломужки возникает. Вы на первом этапе всегда должны определить, с какими квазичастицами вы будете иметь дело. Потому что дальнейшее рассмотрение основано на теории возмущений. Так, и, грубо говоря, что вы берете в качестве нулевого приближения, это вот самое важное. И здесь надо постараться как бы, максимально более полно учесть слагаемые исходные гамильтонианы для того, чтобы получить диагональный вывод. Так, ну, дальше, чтобы нам не таскать вот эти обозначения там со сдвигом камень с буквой включая, мы переобозначим в более упрощенной форме эти варианты.
все-таки слагаемые легко меняются на одну форму. Это сумма по k, сумма по альфа.
То есть вот это у нас тогда получается сигма квест k, это вот сигма минус минус k. То есть это вот комплексное соотношение. Оно дает лучше. Дальше здесь у нас первого варианта вошел вот этот. А комплексное сопряжение его даст сигма квест минус k. Идет упрощение формы, то есть вместо того, чтобы Зелошинский таскать отдельным слагаемым, мы его как бы втолкнули в эффективную некую форму, которая соответствует гайзеновскому взаимодействию эффективным спинам, у которых обмен плоскостных компонентов и взаимодействия отличается. Ну, для себя где-то просто можете это так отметить, что всегда возможно.
Все, и вот теперь мы находимся на той начальной стадии, когда, собственно, начинается применение инвестиционного. Это начнется не там. Создание. Схему добиты. Да. Итак, мы имеем это мясо. Сумма по К, сумма по альфа, x, y, z, альфа, то есть как квадрат, сигма альфа К, сигма альфа x. Вот гамильтониан соответствующий квази частицы. Вот, собственно, его не будем перенормировать. Так. Перенормировка осуществляется вот таким образом. Вот давайте вопросом, когда в 60-е годы долго-долго занимались, ну, догадка пришла Вильсону. Он первый догадался, что надо руками вести некое эффективное взаимодействие этих операторов, типа сигмы в четвертой. Значит, взаимодействие имеет вид. Размерность пространства, пока так пишем, потом будет выяснить. Вот такой формат. По сути, это некое взаимодействие у квазичастиц. Но здесь ничего, на самом деле, еще такого гениального нет. А Вильсон, вот что он, собственно, сделал, как бы его ключевой шаг, который позволил ему вообще построить боевые явления, он показал, как выбирать константу взаимодействия. Пока долгое время мы ее будем поставить как параметр, а потом уже, когда дойдем до конкретных вычислений, уже надо будет этот параметр вполне определенно задавать. И вот, собственно, Вильсон показал, как его оценить, и с помощью этого точного значения удается определить критический индекс термодинамических величин вблизи ТЦ. Вот. Но вот этот ход, он нереальный, то есть, собственно, вводится руками нет искусственного взаимодействия, типа сильно четвертый. Вот. Ну, сейчас, опять же, вот забегая, как бы, вот, зная ответ и прочее, можно сказать так, что введением этого слагаемого задается определенный фазовый портрет пространства параметров. То есть задается, ну, определенный поток уравнений для группы. Ну, Вильсон это делал не по наитику, так что нормические приемы получить. Да. Значит, Реноль группа состоит из стандартных шагов. Да, он дал гамильтониан, вот на него. Да. Значит, на первом этапе мы разделяем все переменные на быстрые методы, если помните, да, то есть мы вводим пространство также. У нас это давай разнение. Вот. Мы вводим некий прогресс. Вес у нас больше единицы. И ноды, которые попадают сюда, называются быстрыми нодами. Те ноды, которые попадают вот сюда, называются медленными. Мы приводим интегрирование по быстрым нодам. И получаем некий новый гамильтониан эффективный. Ну, на втором шаге мы потом, помните, этот масштаб опять-таки стягиваем до исходного. И в результате возникает уравнение, связывающее константы нового гамильтониана с константами старого. Они носят виде инициальное уравнение, которое носит название уравнения реорганизационного. Но как выставляется в нашем случае? Вот у нас базовая переменная. Сигма альфа к. Вот. Так, удобнее работать в начале координатной составки. То есть работать с переменами альфа к.
сюда переменную сигма альфа и индекс изи-фузер. Представляем видео. Медленные модули и быстрые модули. Всегда. Исходная сигма и это у нас, значит, единица на тут у нас мы расщепляем слагаемые такие тут не надо. Вот, собственно, это и есть явное выражение для сигма штрих, а это и есть явное выражение для сигма. Как выглядит уравнение насчет основное? Производится функциональное интегрирование по близкой модели. Я тут индекса не пишу, так вот по всем полагается. Получается некая форма, да, которую мы потом должны совершить обратное преобразование. Восстановив масштаб этого сокращенного исхода. Для спиновых переменных, классических спиновых переменных, это достигается с помощью постановки. Если это так называемый критический, то есть гравитационный исход. Сигма СК. То есть, видите, идет умножение на масштаб S, и тогда вот этот параметр, обрезки данного S переходит на прямую. После того, как вы это все сделаете, у вас получится некая форма, которая можно эффективно записать как экспонента минус новые геометрия и плюс константа. Вот это формальная форма записи уравнения. Ну, мы, конечно, будем явно вычислять, то есть программу описывать наши будущие действия.
Теперь как, собственно, извлекать информацию о коэффициентах? Надо применить к этому соотношению операцию логарифма, так у нас получается так, минус h. Кстати, вот про это преобразование, то, что мы тут рассказывал, как была лекция, как масштабное преобразование переменных, там мы вопрос рассматривали. Была лекция. Там правда присутствовала и не присутствовала. Что сейчас? Только вы один присутствовали, я вот когда рассказывал про масштабное преобразование, там вот такое преобразование рассмотрено. Ну, мы не увидим, как оно возникает, сейчас можно особо не переживать по поводу. Потом она у нас естественно возникнет, когда будет явно считаться. Да. Ну и получается тогда следующее. Ну, знак, естественно. Как посчитать вот этот функциональный индикатор? Вот здесь мы приходим на помощь другим изучениям. Предполагается, что константа взаимодействия мала, что будет являться малым параметром, мы тоже позже гораздо поговорим, вот это пока по умолчанию возьмем, тоже это был момент, реально низкий, тоже все обосновать, почему вот это взаимодействие всегда есть малым параметром. Когда экспонент в степени у нас H1 можно представить. H1. Так, что у нас? Yeah.
Не надо пытаться. Да, тут получается минимум Саша не будет. Да-да-да. А сейчас надо будет от этой величины взять пузыри, вот там возник аккумулятор. Тоже один раз надо аккуратно проделать, потом, если будет задача, сразу будет записывать, скажем, во-первых, проделать. Да, получается, он говорит. Дальше мы используем правило. Выберем микс, почему это микс? Минус x квадрат попал. Да, так? Реализуем. Все, вот это у нас есть. Минус тут только квадратичный слоян он держит. То есть получается вот эта штука в квадрате. В дальнейшем делаем
должен будут поправки высших степеней по взаимодействию. Вот это у нас одна вторая разница среднего отхода на академическую разрыва. Вот это кумулятно называется среднее. Ну, для первого порядка кумулятное среднее с самой. Физически это означает, что это фазонные возбуждения, одни соответствуют
возбуждение спиннинговых по часовой стрелке, а вторые против часовой стрелки. Ну а сигнализация происходит отклонением спиннинга до сигнализации. После того, как у нас была получена форма соответствия ЛСР, вот такая через эти новые операторы, мы объявляем этот гамильтониан квадратичным нулевым и считаем, что между вот этими компонентами спина существует взаимодействие типа сигма 4. Это вот в духе Пирсона мы действуем. Вводим некое эффективное взаимодействие. Вот. И дальше мы говорим, что применить ренально-групповую процедуру, мы вот эти новые операторы расщепляем на медленные компоненты, фурье пространства и быстрые компоненты. Да? И проводим интегрирование по дистанции. В результате этого интегрирования мы получим некий эффективный гамильтониан плюс константу. Сама процедура интегрирования формально зависит от следующего образа. Возникающее здесь выражение мы считаем теорию возмущения. Но ограничиваясь на рынке для которых вещей. Ну, вот, собственно, вот на этом давайте. Следующий раз у нас показывает. Также давайте.